Электронные звороты, прямые телефонные линии и особистые приемы. Депутаты Палаты представников Национального схода Республики Беларусь протягивают работу у округах. На этот раз прием у Ирины Даугала начинается со звороту на телефонную линию. На протягу амаль полгодины гамельчанин огучивает одразу 5 питаний. Еще около 20 человек пришли до депутата особисто. Некоторые проблемы вырашаются на месте, у інших выпадках необходимо вмешательство организаций, которые имеют до их непосредное дочинение. А проча того, шерох наведывальников выказывает пропановы по конституционной реформе. Сярод огученного питания партийного будовництва, реформы органов мясцового керования и самокерования, выкористание символики, поширение функций парламента. Это и вопросы по смертной казни. Потому что нужно оставлять, не нужно оставлять, это тоже достаточно имеет серьезную основу под собой. Ну и, конечно же, вопросы, которые касаются и трудовых отношений, и роли парламента, в каком виде это оставлять, какой численностью, какие должны быть округа. Может быть, оставить половину условно для мажоритарного, так скажем, подхода, а другие для партийного. То есть все это сегодня обсуждается. И я всегда говорю о том, что замечательно, когда есть из чего выбирать. Но самый главный выбор, конечно же, сделают люди во время референдума, когда будут приниматься поправки в Конституцию.